Сигарета состоит из трех частей. Табака, бумаги и фильтра. Что интересного, мы знаем о фильтре. Бред, там есть маленькие отверстия. Что с ними не так? Нашла. Вот на Википедии. Через мелкие отверстия на фильтре втягивается свежий воздух, уменьшающий количество дыхательного никотина. Ничего особенного нет. Вы нам голову морочите, не я. А табачные компании морочат. Джек, покажи, пожалуйста, как ты куришь сигарету. Садись. Как вы могли видеть, Джек взялся за фильтр пальцами и закрыл эти отверстия. Таким образом, во время курения через фильтр проходит гораздо больше никотина, чем заявлено на коробке. Это усилит зависимость, и вы купите больше сигарет. Сигарета состоит из трех частей. Табака, бумаги и фильтра. Тест «Власть». Коллекция немного расширилась, сделаю вторую часть.
Первый вариант – классический слоник. Как бы вы его ни любили, показал он себя не очень. Графит до конца не удалил и оставил просто миллиард крошек. Это кусочек от милановского ластика. Ударил хорошо графит и не оставил очень много катышек. Самый дешевый вариант под названием прямоугольный, если кто-то не понял, показал себя неплохо, даже получше слоника. А это самый красивый ластик. Он оказался просто полнейшим провалом. Он все размазал и ничего не стер. Обычный фаберовский. Тоже неплохо, но уж очень сильный. А вот следующий тоже от Фабер, мой любимый. И не зря. Просто посмотрите, как он добела удалил графит. И частички скатались, как не толстый муть. Поэтому он почти не оставил за собой мусор. Это обычный ластик от Листа Артиста. Тоже в топку. Бесполевой ластик от Листа Артиста тоже неплохо. Тест ластик. Коллекция немного расширилась. Ела вторую часть. Вы попали в фильм, оно ваши действия. Белые кораблики. Белые кораблики, белые кораблики. А чей это кораблики? Мой только что упал. А как он сюда попал? Мне вот туда идти пора. Как? Идти без этого? Без этого? Да? Да, бумаги. Рукой сделаю, бумага не золото. Вручу полную повестку, чтобы не втыкал. Пропади моя тоска. Вот он.